Всем привет! В этом ролике я расскажу про шахматистку, которая заняла второе место в турнире «Сапкинская осень», и оттуда вышла в декабрьские вечера женский супертурнир, который будет проходить в гранд-отеле «Видгов» в Челябинске. Родилась Лена 19 августа 1986 года в Пятигорске, мастер спорта России с 15 года. В 2019 стала женским гроссмейстером. Лучшая ученица моего друга Александра Николаевича Ластина. Но если вам интересно, а я надеюсь, вам интересно узнать про нее побольше. Лена была у меня в шахматной гостиной. И там мы с ней о многом разговаривали. Отличает Лену просто великолепное видение мелкой тактики. Сколько раз я тоже попадал под неожиданные для меня удары, когда Лена жила в Тюмени. И на этом турнире, в общем-то, тактическое зрение Елена Геннадьевна проявила вполне. А в этом примере, например, в этой позиции белая, видимо, желавшая сделать ничью в разменном варианте славянки, и достаточно близко к этой ничьей подошедшая, у них ослаблен пункт c4, но других минусов нет. Так что позиция очень близка к равной. И вот здесь белая, игравшая белыми Ольга Петрухина, видимо, решила поиграть на победу. И после конь А4 наткнулась на слон бьет F3. Конь бьет D4 и висит конь на А4. Белые остались без пешки. Может быть, лучше было ЕД, конечно, потому что в данном случае не только пешки нет, но и плохой король, разбитая пешечная структура. В общем-то, партия достаточно быстро закончилась. Сооружать матовые сетки Елена Геннадьевна умеет очень здорово. То есть, вот вам еще один вполне реальный кандидат на призовую тройку. Будем болеть. Следующие ролики будут скоро.